So you're like the photographer, right? Yes. What's your name? Cindy. And this is Serioga. Hi, Serioga. Serioga is the slave. The purpose of Serioga, he helps Adia. Пойдем сфотографируем там бассейн и все такое. Я хочу посмотреть этот туннель. Хочешь присоединиться? Нет, я сейчас не буду, я уже жду там фотосессии. В другой раз присоединяйтесь. Присоединюсь. А как найти вас? На Фейсбуке просто, я напишет такого-то числа постель, кто хочет. А это кто? Кто Яна? Яна вот. Сейчас я вам дам привет. Яна, а как еще раз? Можно? Пастель. Можно, да. А что, мужчины не ходят на ваши мероприятия? Ну то приходите, я буду сходить. Был один желающий, 67 лет. За час до мастер-класса написал, что я не приду. А что, закомплексованная, наверное, много женщин? Да. А мне визитку, Яна. Черт. Ну а тут только старики будут приходить. Можете сфоткать? Сфоткаю, хорошо. Да, его. Берем карандаши. Короче, здесь люди рисуют. Очень клево. И здесь вот у нас пчелы летают. Будем скоро добывать мед. Знаешь, что будет? Это как в мультике этот Винни-Пух. Да. Которого потом закусали. А это не агрессивно. А голландцы, они вывели специальный сорт пчел, который не кусается. Да. Ну, если их не трогать, конечно. Я возьму сейчас патру. Да. Так что можешь близко подходить, и ничего не будет. Да. Анна, как фамилия? Поседай. Поседай? Поседай. Присоединяйся, Серег. Я вижу, ты уже раздеваешься, да? Да. А можешь мне поправить, чтобы было видно пальчики на ногах? Вот помощник Серега, все, он в курсе дела. Взял, поправил, настоящий мужик. Вот Анька пока отдыхает, набирается сил, энергии, природы. Мы чувствуем это, оно нас всех здесь заражает. Вот эта обстановка. Лестница. Главное, чтобы она не упала с нее. Ира, we need your help, come over here. Okay, so listen. This is the photographer. She's gonna make pictures from above. But the sun is too flashy, so somebody needs to hold these things. Yes. From this part. Yeah. Ну как раз себе плечи накачаешь. Серёг, давай ты. Давай. Закачаешь тебе руки. Да они уже накачаны, специально для этого качаю. Да? Так, у тебя плечено уже, да? Да. Я привыкла, что у меня там экранчик. Привет. Такие у нас здесь феи водятся, да? Королева лавандельных цветов. Сейчас мы все там поправим. Как будто она взяла и приземлилась здесь, в это лавандовое поле. И это приземление было такое неожиданное, полностью наполненное энергией, что аж прям красивый дым поднимается из этого места. Вообще, Аня умница. А вот, она занимается этим уже не знаю какой год, наверное, пол своей жизни. Вот, и она увидит это все. А вот, Аня просто классный корректор, режиссер своих фотосъемок, обращайтесь к ней, рекомендую. Красивая обстановка, цветы здесь, красивые девушки, вот, погода отличная. Что еще душа может пожелать, не так ли? Ты тоже фотомодель? Да, я не фотомодель, но... Будешь участвовать в проекте, да? Да,
Ясно. Кем будешь? Девушка с чемоданом. С чемоданом? Путешественница? Да. Ну что, круто, крутой образ. Будет круто, да. Да. Как тебя зовут? Лариса. Лариса, окей, гуд. Сейчас посмотрим, что с тебя сделают. Запоминайте меня такую, какая я есть. А я пока пойду половлю бабочек. Ребят, вы не поверите, что вы пропускаете. Здесь, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 классных девчонок. Ну, конечно, наверное, они некоторые замужем. Но, тем не менее, вот если вам не хватает женского внимания, приходите, вот рисуйте лавандовые цветы, они вам расскажут, вот, чего желает женщина. Вот, также здесь у вас как вы сидите, общаетесь друг с другом, вот, кто о чем говорит, интересно. Я не обращайтесь, она приведет, научит, как правильно рисовать, карандаш держать в руках. Вы знаете, да, девушки, как карандаши в руках надо держать? Кисти тоже, отлично, молодцы. Так, что мы рисуем здесь? Классно очень. Очень, очень красиво. Спасибо. Да, да вы просто талант. Спасибо. Без всякого этого. Вот здесь грязно. Это рабочий момент. Рабочий момент. Еще и убедительность, что я карандашом умею пользоваться. Лицо разрисовала. Ну да, что-то должно же вытирать. Да. В образе. Отлично. Видите, все разные. Рисуют ну, все одно и то же, и у всех разные. У всех разные. Каждый свой взгляд, свой талант. Мне очень понравилось. Особенно, как вы делаете такую резкость и уходите в глубину, и делаете более так расплывчато. Как этот эффект на фотографии тоже такой получается. Да, эффект воздушной перспективы. А вас Оля зовут, да? Оксана. Оксана. Ну, первую букву угадал. Классно, Оксана. У вас много расплывчатого эффекта. Как так получается? Так получается. Просто мы же здесь видим изначально четкие кусты лаванды, а дальше они просто, если не всматриваться, они просто уходят. То есть вы любите фокусироваться больше на каком-то моменте, да, одном, чем смотреть везде и понемножку? Пока только пробуем, поэтому получается. Отлично. Оставляю девчонок посреди. Много вам творческих еще моментов. Впечатлений, вдохновений. Спасибо. Longing. Ой, а можно мне эту лодку? Мне, а то мне да, позвоночник да, да. Вот так. Все, 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 ставь, да, когда как тебе удобно. А то там я вижу якорь очень тяжелый на этой лодке, да? Ну конечно, это же приплыв в какое-нибудь приятное место. Якорючу кинул. Бросил, да, нормально. Но ты еще путешествуешь, я понял. Ты еще как бы его не сбросила нигде. Я в процессе. Якорь в мечту и жди. Хочешь сделать доброе дело? Не я знаю. Знаешь, что нет? Подумаешь. А, нет, ну это пустяки. Я нет, думал, я думал что-то другое. Да, ты талант просто, слушай. Все есть в жизни. Цветы, мед, корабль, лак на ножках. Зацените, ребята, вот девушка красит ногти на ногах. Это, же... это, конечно, в 21 веке в Голландии. Это ну, такая история. Какая? Ретро. Ретро? Ну, это олдскульно. Ну, это круто, потому что никто этим не занимается, а Лариса это делает. Все-таки это зачет. Тут такая табличка ирония. Да, почему ирония, сарказм? Вот здесь у нас клевый стул, на самом деле, посмотрите, здесь вырезан герб. Ну, чисто такой трон, да, деревянный. И сейчас у нас такая вот tricky situation получилась, что солнце сейчас стоит очень высоко, из-за чего на платье получаются тени. Фотографу приходится ждать, пока тучи не заслонят солнце, чтобы эти тени исчезли и более-менее... Весь кадр получился гладкий. Сказали, что мы находимся здесь в месте, которое самое солнечное в Голландии. И здесь тучи, они прям обходят мимо солнца. Вот сейчас вот как раз будет заходить солнце. Вон Синди уже залезла на лестницу, вообще будет шикарно. А, ну большое идет, да? И мы начнем. Thank you.
No, I don't want already. I used to this. It's cool. Так, ребята, я надеюсь, вам понравился видеоблог. Подписывайтесь на мой канал. Да, ты бандитка, давай. А, мальчиш плохиш. Ребенок бандитка, это что-то новое. Супер. Все, спасибо еще раз. Bye-bye. Thank you very much for watching. Девчата, до побачення.